Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Давненько что-то мы не снимали китайские мобильные MMORPG. И вот недавно вышло очередное чудо, на которое мы сегодня посмотрим. Игра называется Super Explorer или Number One Explorer. Об этой игре я еще помню, примерно год назад рассказывал в новостях, что данная игра разрабатывается. И вот вроде бы она уже как бы дошла до релиза наконец-то. Перед началом попрошу подписаться на канал, чтобы не пропускать следующее видео, а мы начинаем. Нажимаем play. Загрузка пошла. Игра, насколько я помню, что-то такое в стиле Tomb Raider. Так, есть три класса в игре. Выбирается пол. Это, ну не знаю, классы с бомбой. Наверное, буду бомбы кидать. Так, есть женский пол, есть мужской пол. Так, воин есть с мечом. Также есть мальчик и имеется девочка. И есть стрелок. Вот именно женский персонаж максимально похож на... Ну, что-то напоминает такое типа Tomb Raider. Стрелок понятно, с мечом понятно, а что такое с бомбами, непонятно. Так что берем этого бомбардира, или как его назвать, не знаю. Пишем рандомный китайский никнейм, потому что я знаю, что на китайских играх максимальное количество символов вроде бы 6. 6, короче. Так, play. Поэтому я даже не буду пытаться свой никнейм полностью писать, потому что он не влезет, скорее всего, что. Пошла заставка, какая-то книжка. Нам рассказывается история. Озвучка на китайском есть. История такая, типа, в рисованном стиле. Как по мне, это для ленивых. Вот сделать красивый ролик, это сложно. А вот такую вот анимацию, анимацию такую сделать под картинки и озвучку сделать, это максимально просто. И я такие вот катсцены не люблю, поэтому ее скипаем и погнали. Так, это напоминает, знаете что? Какой-нибудь Battlefield. Battle Royale, точнее. Прыгаем. Мы в Египте, как видим, пирамиды. И прямо в пирамиду мы пойдем. Или нет? Или да? Героя мы здесь не управляем. Подул ветер, нас ветром сносит. Бух-бух-бух, у нас авария. Но мы не разбились, мы молодцы. Провалились. Фантастика. Сколько там эти пирамиды стояли, кто по им только не лазил, никогда не проваливалось. А мы упали на эту пирамиду и провалились. О, загрузка файлов еще идет. 1 гигабайт. Ладно, хай докачивает. А мы уже второй левел прокачали. Я даже ничего не нажал, мы второй левел прокачали уже. Запускаем дроны для разведки. Летучих мышей я не боюсь. Я считаю, это прикольные животные. Няшные, милые. Они реально милые. Тело нашли. Его нужно исследовать. С его что-то выпало. Первая шмотка. Одеваем перчатки. Ребята, вообще, просто ноль. Все авто. Игру запустили, можно вот так рукой лицо подпереть и сидеть смотреть, как игра сама в себя играет. Какую-то подсказку нашли, какое-то яйцо. Шапку нашли. Уже третий левел прокачали. Да, наш класс это какой-то, не знаю. Короче, в Лоле есть типа химик или алхимик, который кидает бомбы. Вот здесь что-то похожее. Скоробеи ползают. Всегда, когда нам показывают какие-то этих саркофаги, пирамиды, мумии, там всегда есть скоробеи. О! Нам нужно прыжок нажать.
еще прыжок нажать. Наконец-то, как бы, игра запрашивает какое-то наше действие. Сигнальный огонь? А зачем нам сигнальный огонь? Наверное, чтобы путь подсветить, чтобы знать, куда бежать. Так, еще портфель. Сюда мы ставим... А, банки лечения, понятно. Они у нас на авто, наверное, прожиматься будут. Можем по стенкам лазить. Так. Еще какую-то кофту выбили. Четвертый левел за это получили. Докачали все файлы. Наверное, можно награду получить за прокачку всех файлов. Какой-то первый мини-босс, голем. Так. Получить. Все, за загрузку файлов мы получили бонусы. Жетон получили. Заходим в темную страшную пещеру. В поисках клада. Графика такая типичная для мобилки, ничего особенного. Камера вроде бы фиксированная, не поворачивается, даже не приближается, что странно. Ну, что есть в инвентаре? Угу. Вот что есть. Типичный мобильный инвентарь. Вставили камень. Короче, камень, ну, типа, нас улучшил. Мы прокачали пятый левел. Ладненько, бежим дальше. Кинжал. А зачем мне кинжал, если я кидаю какие-то бомбы? Угу, а там ловушка. И не просто ловушка, там большой сильный зомби. Точнее, не зомби, а этот. Как его? Мумия! Так, нужно отходить или не нужно отходить? Наверное, нужно отходить, потому что он больно пробивает. Ай-яй-яй. Ну что я скажу, здесь уже как бы я прожимаю руками. Мы этого босса убили без автобоя. Даже пришлось немножко отойти, чтобы не умереть. После убийства нажимаем на квест и дальше опять. Автопоиск пути. Нашли очередной артефакт. Наверное, суть игры будем это артефакты собирать, добывать. И этими артефактами себе будем статы улучшать. Как-то так, наверное. О, мы уже в городе появились. Вертушка полетела. Айфона звонит. Айфона мана.
Так, короче, есть переписка через iPhone. Только все по-китайски. Мы, конечно, ничего не понимаем. Поэтому нужно быстрее скипнуть, трубку положить и бежать дальше. Так, что это такое? Мы себе байк купим. Короче, ездовое животное здесь это байк. Будем на байке. Уф! Какие красивые байки. Только они не мои. У меня самый обычный такой ржавый, простенький байк. А у кого-то могут быть такие вот навороченные байки. Ясненько. Так, это что у нас? Награды какие-то. Вроде бы дали ресурсы для прокачки байка. Вот так вот. Да, даже вот такой вот дракончик может быть. Так, где мой байк? А, вот мой байк. Улучшили. Улучшили. Улучшение байка у нас имеется. Нажимаем дальше по квесту, бежим дальше. О, все, мы теперь не бегаем, мы теперь на байке катаемся. Прямо на собаку наехали. Идем дальше. Наверное, еще ему у нас и квартира будет своя. Я думаю. Сейчас нужно это коммуналку снять нужно какую-нибудь. Там не знаю. В общаге. А, смотрите, мы типа добыли артефакт, теперь этот артефакт мы походу продали и на этом заработали бабла. Да? Короче, это у нас типа наш заказчик. Мы для него добыли артефакт. Прокачали очередной левел. Что это? А нет, артефакт у нас остается. И мы его будем какими-то камнями улучшать. Только у нас этих камней еще нету. Ладненько. Так, очередная награда. Понятно. Дальше на квест. Я же могу сам кататься по городу. А, ну да, могу сам по городу кататься. А карта города есть? А, и карта города есть. Понятно. Короче, такой современный мир. Обычно все MMORPG-шки это такое типа прошлое, там фантастика всякая, кунг-фу, демоны. А здесь именно такое будущее. Или настоящее. Мне нравится, что мы на байке вообще по домам везде катаемся. Так, это первый донат. Что интересно, цена в гривнах указана. Игра китайская, вышла в Китае, все на китайском, но цены указываются в гривнах. Зашибись. Так, опять мобила звонит. Айфона. Анамана. Анамана. Давай быстрее. Неинтересно. Давай. Нам типа дали новое задание. Сразу и задание дали, и левел дали. Как говорится, врывайся, качайся. Развивайся. О, еще и машину можно снять. Ничего себе. Мы что, опять в пирамиду полезем? Да, опять в пирамиду. Ну там, в принципе, много пирамид. Можно по разным пирамидам полазить. О, на верблюдах, с калашами, с мачетами нападают на нас. Да вы что, вот это спецэффекты, да? Фантастика. О! Прям снайпер. Два патрона, два убийства. Кольцо выбери. Как-то он где бомбы кидает, они мимо падают. Смотрите, как-то скиллы по-другому стали. Как будто под интерфейс. А! Как будто ПК-шный интерфейс. Это типа мобильный интерфейс, а вот ПК-интерфейс.
Возможно, эта игра кроссплатформенная, и можно играть и через компьютер. Потому что сразу через байдуку видно ПК-шный интерфейс. Такое я впервые вижу, честно говоря. Как-то необычно даже. Да, совсем необычно. Ладно, понятно, погнали. Как-то я слабо этих скорпионов убью, честно говоря. О, кепку дали. А, все, что мы одеваем, как бы на нас оно не отображается никак. Поэтому, что это означает? Это означает то, что у нас внешний вид будет только от скинов зависеть. Какие скины смотреть, пока что непонятно. Но, я думаю, мы скоро найдем, или нам это скоро покажут. Ага, есть разные билды. Там под ПВЕ, под ПВП можно билды ставить. А вот и скинов пока что не вижу. Так, ботинки лучше выпали нам. 12-й левел. Сейчас, наверное, еще можем скакуна прокачать нашего. Вот оно подсвечивается. Скакуна. Это не скакун! Это мотоцикл! Мотор бицикли! Все, нам пора в пирамиду. Вот это наши скиллы. Мы их можем улучшать. У скилла вроде бы есть разные свойства. Так, и перчатка выпала еще. Там загорелся костюм. А нет, это не то, это я перепутал. Так, это что такое? Ну, это понятно, типа бонусы за ежедневный вход. Только почему-то я забрать не могу. Что-то не получается. А, не, это магазин, это не бонус, это магазин. Это шоп. Это шоп, это магазин. Короче, вон даже можно какие-то детали покупать для мотоцикла за донат. А вот это уже бонусы за вход. Это уже... бонусы. В конце получим вот такой вот мотик. Уже более красивый, чем то, что у меня есть. Такая типичная мобильная ММОха, по сути. Только немножко в необычном, непривычном для нас мире, вселенной. Я понял, когда презентация этой игры была, нам там показывали типа геймплей вот то за вот ту девушку с пистолетами, как будто Лара Крофт. Так. Мотрик докачали до 2 звезд. Нам дали вроде бы плечи, да? Да, уже и плечи дали. Вот только кольца одного не хватает. Так, в принципе, уже много чего есть. ГС 13 тысяч. Левел.
Вот здесь можно было бы и попрыгать вручную. Оно попрыгало все через автобой. Автопоезд пути. Типичная китайщина в плане автобоя. Тут, наверное... Так, сережку дали, ничего нам дали. Здесь, наверное... Ну, как бы автобой, понятное дело, можно выключить и... И что? И, допустим, PvP-контент... как бы будет играться уже вручную. ПВЕ задротство полный автобой, а вот ПВП, наверное, вручную, но не факт, далеко-далеко не факт. Там у нас еще шмотки добавились, мы их одели, да, и кольцо появилось следующее, отлично. Вот так вот делаешь, как будто компьютерная игра. Чаты слева, скиллы справа. Так, скиллы еще можно прокачать. А, кстати, это... я не знаю, но почему-то... Это зелье лечения автоматом не прожимается. Я вот лечился, так я прожимал его сам вручную. Так, шмотка новая, 15 левел. И чё, миссия комплит? Или нет? Нет, не комплит. Это одеваем. У нас что-то новое появилось. Что оно такое? А, какая-то прокачка, какое-то улучшение появилось. И у нас и скилл 4 появился. О, кинжал себе не дали. Ага, новый скилл, типа большая, типа крутая бомба. Ой, кепка синяя. Шмотки нормально давать начали. Вот ХП заканчивается, он банку не пьет. А, не, я понял. Когда совсем мало ХП остается, все же он банку лечения сам пьет. Так, и броня синяя. Давайте сейчас какие-то пособираем бонусы. Так. Главное нажимать на красные точки. Чтобы играть в китайские игры, нажимаем на красные точки, собираем все, что там на халяву дают, и все будет хорошо. Так, еще не все. Где-то что-то не нажали. Я не вижу, где мы что не нажали. А, вот, вижу. Вижу. Так. Это тоже забрать. Сюда нажать. Моток прокачать. Битс. Закрыть. Сюда нажать. Скилл прокачать. Закрыть. Все. Дальше нажимаем на квест и бежим. Очередной артефакт нашли. И сейчас, наверное, мы в городе появимся. Нет, не город. Немножко ошибся. Пирамида. Мы по-прежнему в пирамиде. А прикольный класс. Такой необычный. Берем, кидаем бомбы. Дроны летают. Немножко необычный класс.
Не, сначала на поднялись наверх, теперь спустились. Логика. Сейчас мы в конце до босса дойдем, босса убьем и потом опять в городе появимся. Так, синие перчатки выпали. Наши БМ 17 000. тысяч БМ и 17 левел. Совпадение? Наверное, нет. Так, дрон полетел вперед на разведку. Тут же еще вроде бы этот дрон, который мы используем, мы тоже будем его прокачивать. А, вообще пофиг. Можно было обычную пройти, нужно было ловушку огня пройти. Ну, переждать ее, потом пройти. А автопоиск пути просто через огонь пошел на пролом. Не разбираясь, можно идти, не можно идти. Короче, автобой умом не блещет. Так, очередной левел. Еще одна была шмотка синяя. Какое-то яйцо нашли. А вот и дрон наш. Сканирует что-то. Вот в таком интерфейсе смотрится игра более приятно. В ПК-шном интерфейсе. Плюс левел. Поначалу левел качается мгновенно, как мы видим. Я думаю, скоро уже будет босс. Так, что-то мы можем прокачать. Ага, мод и дальше можем прокачать. Улучшаем. Наверное, еще сможем скиллы прокачать. Да, скилл качается. А вот и босс появился. Так, тоже какая-то фигня прокачалась. Не знаю, непонятно. Двадцатый. О, даже уже фиольную шмотку дали нам. И получили очередной артефакт.
Короче, суть понятная, да? Типичное мобильное ММО в таком стиле Лара Крофт. Будем бегать по каким-то там гробницам, выполнять миссии, собирать артефакты. Так. Да я ж не куплю, у меня бабла нету. Мне нужно сюда нажать. Что они от меня хотят? Ладно, не важно, что они от меня хотят, поэтому, потому что я уже собрался заканчивать, поэтому вот такая вот игрушка. Вроде бы типичная, а вроде бы есть какие-то свои отличия. Как говорится, мое дело вам показать, а вы уже сами там решаете, нравится или не нравится. На этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Как обычно, попрошу подписаться, лайк поставить. Всем пока, всем удачи. Па-бах.